С вами Маки Чародей Антон Чалей. И я решил показать вам самые эпичные комментарии под видео Феромира. Потому что именно там находится самый центр трэша на русском ютубе. За два месяца, всего лишь за два месяца, Карл, Феромира несколько раз убивали в прямом эфире. В него вселялся демон. И он выживал. Его кидали в реку, и он тоже выживал. Он становился зомби, и он тоже выживал. Причем, как он говорил в своих видео, это все было очень серьезно. На, серьезно. Да это было настолько серьезно, что он умудрился насобирать большую сумму денег себе на лечение. На лечение мозгов, наверное. Моя реакция, когда я все это увидел, была примерно такая. Что за пиздец? Я нашел уйму эпичных комментариев у него под роликами. Первый комментарий. Лайк, если я пидор. Проигноришь, ты пидор. Если на моем канале наберется 12 косарей подписчиков, то я отрежу себе ногу. Да этот чувак просто бог маркетинга. В магазине. Купите у меня жвачку. Но мне же не нужна жвачка. Если не купите эту жвачку, то вы пидор. Если купите эту жвачку, то я пидор. А если купите 12 пачек этой жвачки, то я отрежу прямо тут себе ногу. Беру 24 пачки, режь 2. Второй комментарий. Браво, браво. Оскар ему. Третий комментарий. Что это за дерьмо? Почему оно у меня появилось в рекомендуемом видео? Так, что тут в рекомендованных? Тьфу, опять одно дерьмо. Четвертый комментарий. Достало это меня уже. Не достало это тебя? Пятый комментарий. Удали канал, судак тупой, и повесься. При чем тут я? Шестой комментарий. CryptoGold.com. Никто не поймет. Я вот тоже зашел и вообще нифига не понял. А чувак дело говорит. Седьмой комментарий. Шляпа канала этих придурков. Новый тренд сезона. Фира шляпа и Аза шляпа. Почувствуй себя придурком. Девятый комментарий. Я ржала как псих. Десятый комментарий. В него же дьявол свалился. Это неизлечимо. Какого хрена ты такой толстый, а? 11-й комментарий. Он под клеем? Скорее всего под Let's клеем. Он реально втыкает. 12-й комментарий. Они новый сезон сверхъестественного снимают. Кошмар какой. 13-й комментарий. Не смотрите его, ему просмотров больше. Каждый человек, который смотрит Феромира, дает просмотры больше. Не надо так, не смотрите его. 14-й комментарий. Что это говно делает в топе? У меня видео тоже говно, но оно не в топе. Чувак, как я тебя понимаю, у меня видео вроде не говно, но оно тоже не в топе. 15-й комментарий. Полная дичь, полная дичь. Весь канал забит дичью. Кто тебе крем для втирания дичь продал? И у нас новый чешуительный товар. Крем-дичь. Втирай без последствий кому угодно. Это бизнес. 16-й комментарий. Как же я хочу, чтобы на ваши головы упали 100 тысяч трансвеститов. Какого хрена трансвеститов тут еще не хватало? А все остальные комментарии подразделяются на три типа. Это постановка, два дауна, лайк, если любишь свою маму. И мое слово напоследок. Держись там, Феромир, не умирай. Ваши комментарии из прошлых выпусков, тут вы можете нажать на кнопочку, посмотреть все видео подряд. Сверху это влог фокусника, мой второй канал, там одни фокусы. Снизу это плейлист геймвлог, там все игры, сразу подряд они идут. С этой стороны вы можете нажать на кнопочку, подписаться на канал, не пропускать новые видео, которые сейчас выходят практически каждый день. Также, если вам понравилось это видео, можете поставить свой лайк, написать внизу какой-нибудь комментарий. Самые интересные из них попадают вот сюда. Всем пока!